Всем привет, дорогие друзья! С вами Меридар, с вами Поя. Мы продолжаем наше прохождение. Давайте покажу свой прогресс. Во-первых, добил я два левела на кладбище во втором акте. Добивая два левела, мне выпала одна сфера возвышения. И купил я пятилинковую броню, наконец-то. Купил, а альтов у меня 11 штук. О, кстати, за один хаос купил. Ну, броня так себе. Но 5 линков. Вот. Купил я ее белую, закрафтил я... Ну, поскольку у меня альтов мало было, да? Закрафтил я 33 резиста от огня. То есть ни хп, ни второго резиста. Ни сферу этих царей, чтобы в золотую шмотку превратить, нету. Да? А вот моя предыдущая бронька. Такого плана. То есть дамаг у меня повысился. Ну, грубо говоря, у меня вот этого камня не было, да? Ладно, сейчас пойдем ауру врубим. Более наглядно покажу. Так, сейчас у меня 3.32. Так. 2400. Короче, на 600, грубо говоря. Но выживаемость упала. То есть у меня получается ледяной резист, не фул. И чертовски мало хп. 2400 для третьего акта. Так что будем идти аккуратно. Кстати, подписчик мой спрашивал, почему я до сих пор не сделаю связку сейвовую эту, знаете, Mortal Call. То есть неуязвимость, повышение длительности, там каст при попадании, ну точнее, прок при нанесении тебе урона. Вот. У меня просто нет этих камней. Просто нету. Ни Cast of Damage Taken, ни Mortal Call. Нужно, блин, занять. У меня 6 хаосов есть. Там немножко соединений, посидеть в торговом чате. Прикупить. В принципе, да, связочка хорошая. Думаю, не раз она меня хорошо засейвит. Так, спокойно. Блин, какая отражает физический урон. Это опасные черти. Так, и ничего с него выпало. Давайте глянем, что за лук. Может, там дохрена физ урона. Ну, практически, практически. Так. Дамага вроде бы более-менее, да? Конечно, не фонтан, но, блин, хипарей чертовски мало. Хотя бы 3000, чтобы было. Кстати, сейчас покажу. Я немножечко переделал наше дерево. Так. Такого плана. Я отменил вот эти вот два скиллпоинта. И пошел вот сюда, вот, хипари. Как бы, ну, ух ты, а здесь этот квест, как там, спасти влюбленных, прикольно. Ну, в принципе, хорошо, это, ого, эта локация все время пустая была, такая проходная. Сейчас мы его закатим.
Спасем подругу нашу. Не сочти меня неблагодарным. Окей, окей. Не, прикольно сделали. Кстати, качался я на тех кладбищах, да? Два левела добил, а вот какой-то мне 64-й, после 64-го вообще такие крополя шли. То есть вот мне выпал один экзалт, и я понял, что как бы это знак, что мне пора только сваливать. Потихонечку продолжать прохождение. Короче, сейчас я вам, наверное, экипировку свою покажу. Ну, в принципе, ничего такого кардинально особого, кроме брони, не поменялось. То есть этот купленный лук. Перчаточки такой паршивенькие, да? Колечко ради резистов я удержу, да. Шапка наша зачетная, я уже не помню, с какого левела мы ее носим. Там, чуть ли не знаю, не с 20-го, наверное. Вот, амулетик, он мне в основном-то нужно, чтобы он ту давал, да? Да. Колечко такого плана. Ну, тоже так себе. Колчан вообще ни о чем. И альтернативы ему я найти пока не могу. Тоже чисто резист и все. Ну и там, не знаю, крита немножко добавляю. Боты тоже. Немного ХП, скорость передвижения, один резист. Кстати, можно будет и второй резист, по-моему, докрафтить на них. Так, нужно будет заняться. Так, пояс без ХП. Так, ну и банки тоже такие, самые обыкновенные. Я сказал. Давайте продадимся. Берегись теней. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Миридар. До новых встреч. Пока.